Тюменские строители завершают работы на основных объектах подшефного Краснодона. Практически готово к открытию детское отделение больницы. Полностью обновилось не только здание, но и прилегающая территория. Появились парковки и детская площадка. Сейчас в отделение завозят мебель, укомплектуют больницу и современным оборудованием. Кабинеты узких специалистов уже готовы к работе. Кроме того, здесь появилась серверная. Вся документация теперь будет в цифровом виде, карты пациентов и больничные. А обеспечивать бесперебойное электроснабжение будет новая трансформаторная подстанция. Работы продолжаются. Самое главное, мы уже видим завершение основных объектов. Это наша центральная больница и детская больница. Работы уже подошли практически строительные к концу. Идет насыщение помещений. И в ближайшее время, конечно же, будут открыты эти объекты. Тот колоссальный, я хочу сказать, труд, который вложен в эти здания, это практически новая больница, новое помещение, это новое оборудование, которое, конечно же, даст возможность нашим жителям получать более качественные медицинские услуги.